А для того, чтобы сделать репортаж изнутри, 2 года назад я впервые поехал на лыжню «Дружбу», и на самом деле то, что ты сфотографируешь на старте или на финише, это одно, но когда ты едешь там с участниками, когда ты забираешься на горку, ты стоишь быстро, штатив за несколько минут, ты просто фотографируешь эти лица, которые только что поднялись, машут тебе рукой и гонят дальше, это совершенно другой репортаж получается. И люди, которые там на лыжне, они говорят совершенно по-другому, чем те, которые говорят, ну, на старте или на финише.